правдиві відповіді та незручні запитання. Дівчата, дивіться. Так. Так, графої в формі фізіологія чоловіка. І... Так, так, так. Статеві дозрівання. Так. Коли я можу мати дитину? О. Щомісяця відбувається овуляція. Скільки ребенку лет? 3,8, якщо я не ошибаюсь. Повія – жінка, яка отримує гроші за сексуальні стосунки. Також це роблять деякі чоловіки. Не обов'язково ребенку 7 лет в книжці читати, що таке ш**. Тому що він її не зустрічить ні в садіці, ні в школі. От я дуже ліберальна во многих вопросах, але те, що смотрить реально 3-летній ребенок от такі от речі. Починаючи з 3 років, дитина має розуміти, що в неї є статеві органи, як вони насправді називаються і для чого вони слугують. Я гадаю, що такий підхід до сексуального виховання у багатьох викличе здивування і осуд. Але це інтимні зони, до яких дозволено торкатися лише з її дозволу. І якщо хтось чужий намагається торкнутися цієї зони, треба кричати, звертати на себе увагу будь-яким чином та обов'язково розповісти про це батькам. І це питання безпеки дитини. Опа! Це лічне. Я думаю... Дівочки! Ну ви ж дівочки! Я не думала, что у нее там может быть рогатки, анальные шарики и все остальное. Настолько откровенно хранить такие вещи. Миша реально в свои 7 лет может открыть комод и все это увидеть и лицезреть. Это тот период, когда ребенок может получить психологическую травму. О! О! Как мы тебя ждали, привет! Ничего себе! У нас есть что с тобой обсудить, что у тебя спросить. Да, я слушаю. Вот прям так, вот эти руки мне понравились. Я за себя скажу, у меня шок, внутренний шок. Для меня это неприемлемо. То есть, уровень просто того, как у тебя грязно дома. Ну, то есть, понимаешь, вот у меня реально, у меня зачесалось на голове волосы зачесались. Мне все равно, что говорят, я свою квартиру грязной не считаю. Если где-то на одном шкафу где-то чуть-чуть пыли осталось, да, мы ее протрем, но это прям не проблема. Меня, например, очень сильно смутила вот эта литература, которая в доступе у 3-летнего ребенка. А в чем проблема? Там есть реальная визуальная. Там есть картинки. Я считаю, что это часть нашего тела, и в этом ничего абсолютно такого нет. Это прекрасно, но чуть-чуть позже, мне кажется. Чем отличаются от пальца, в общем-то, на самом-то деле? У него есть там временами, там по утрам эрекция. Это нормально. И мой сын должен знать, почему это нормально, что с ним ничего плохого не происходит. У Ирен такой книжки, скорее всего, нет. А я так поняла, у вас тоже есть свое развитие. Только уже на практике, а не как книги. Мы открыли просто первую тумбочку твоего комода. Мы не ждем комментариев, но мы искренне за тебя рады. Я думаю, что просто стоит это куда-то прятать. Я не знаю, сын не может открыть ваши тумбочки? Может. Вас это вообще просто объясни, как это происходит? Ну, сын, мама, что это? Сын недавно увидел рогатку и говорит, что это? Я говорю, это рогатка. Я еле ему, хотел забрать. Там есть такое приспособление в виде рогатки, очень похоже. Которым пользуются мужчина и женщина в процессе полового акта. Люди выдумывают разные прикольные штуки для того, чтобы как-то еще разнообразить свою жизнь. Почему бы и нет? У нас был даже случай такой, что мы были в Турции, дети игрались, а нам захотелось... Захотелось интима. Так, хорошо. Для этого есть ванная, вы можете уйти туда. Вам не обязательно делать это в присутствии детей. Это что, какой-то фетиш, что ли? Они сами накрылись там одеялом, но... Дети. Дети. И, пока они игрались в манежике под одеялкой, мы порешали все свои вопросы. Да вы счастливая семья, боже мой! Діти мають бачити любов батьків один до одного, їх обійми, поцілунки, але вони не мають бачити статевого акту та прелюдії до нього.
наслідками для дитини можуть бути труднощі в інтимних стосунках в майбутньому або різного роду сексуальні проблеми. Присутність дітей під час статевого акту батьків – це табу.